Женя, вы говорите, у нас ничего не продается без prescriptions. Вот. Это тип температуры. Так, Тайлан называется. Очень хорошее лекарство. Это что? Это термометр. Эти термометры. Это Advil. От головной боли там или что, зубной боли. Advil. Advil. Ибупрофен тоже очень хорошее лекарство. Advil. Мотрин. Отличное лекарство. Не знаю, знаете вот такие? Для того, чтобы снимать боль. Тайланол. Всякие от мышечной боли, от головной боли, от сбивания температуры. А. Что там? Вот от больного горла. Тут я не знаю, тут все есть. Тайланол. От больного горла, конфетки разные. А, вот это очень классное. От того, чтобы спина не болела. Ой, вообще вот проходит буквально за 40 минут. Видите, спина, шея, руки всякие. Это вот просто реально просто небесное создание. Видите, разные патч. Всякие, видите, прокладки. Я даже не знаю, что вам показывают. Тут все есть. Очки продаются. То есть подойдешь, если ты знаешь свой размер, как бы свои цифры, то ты можешь сразу же купить. Довольно недорого. Eye drops, вот, чтобы, если там с глазами что-то такое, сухие глаза. Я даже не знаю, что он показывает, но тут все очень классно и просто. А вот, видите, если ты потянул руку, видите, потянул руку, потянул ногу, потянул спину. Классно, да? Таблетки всякие, витаминки. Это вот когда живот болит, бурлит, там всякие пузырики идут, отрыжки. А вот уже, я не знаю, всякие женские витамины, мужские витамины, детские витамины. Вот видите, one a day для женщин. Мультивитамины. Гаммис, видите, как жвачки. Все, что хочешь. Mm-hmm.